В этом коротком видео я хочу вам рассказать, как быстро убрать в комнате пол. Для этого возьмите микрофибровую тряпочку, именно микрофибровую, потому что она хорошо в себя собирает все загрязнения. Смочите ее в воде, тщательно отожмите, чтобы излишки воды не попадали между досками ламината или паркета, и чтобы он не вспучивался. После этого положите ее на пол и наступите ногой. За счет силы тяжести вашего тела она будет плотно прижиматься к полу и будут оттираться все загрязнения, которые даже, может быть, не видны невооруженным глазом, если они равномерно распределены. И дальше просто спокойно идите по квартире, по контуру, по периметру комнаты. Вот, и вся пыль и грязь собираются. При этом у вас нет никакой нагрузки на позвоночник. Это самый здоровый и экологически чистый способ, потому что вы не используете никакой химии. Итак, давайте посмотрим, что получилось. И вы увидите, что это очень эффективный способ. Вот она вся грязь. Соответственно, дальше можно тряпочку перевернуть на другую сторону и продолжить собирать эту пыль. Вот. Потом эту тряпочку можно промыть в обычной воде, не используя никаких ведер, никаких моющих средств. У вас будет чистый пол и не будет пыли в воздухе, как, например, при использовании пылесоса. И будут оттираться даже те загрязнения, которые вы не могли оттереть пылесосом. Да? То есть он не всасывает эту приклеившуюся пыль к полу. Вот. Спасибо большое за внимание. Если остались вопросы, а я думаю, здесь достаточно простой способ, и вопросов быть не должно, то пишите их под видео. Спасибо большое за внимание.